Друзья, в продаже у нас появилась Kia Rio 2020 года. Машина на бензиновом двигателе объемом 1,6 литра, 123 лошадиные силы. На автоматической коробке передач, на переднем приводе. Имеет оригинальный ПТС, всего один владелец. Автомобиль в отличном состоянии, дилерский. Комплектация комфорт, имеются противотуманные фары. Камера заднего вида. Внутри у нас 4 электростеклоподъемника, электрегулировка зеркал с электроприводом зеркал. Круиз-контроль, мультируль, штатная мультимедиа, кондиционер, подогрев руля, подогревы передних кресел. Тканевый салон в отличном состоянии. Блокировка дверей. Сзади также электростеклоподъемники, три места. Автомобиль в отличном состоянии, с родным пробегом, с оригиналом ПТС, всего один владелец. Комплектация комфорт.